Всем привет, мои хорошие! С вами Любовь и мой мирок Орхидей. Девочки просят, чтобы я показала, что новенького в моем орхоцарстве дома. Не на складе, а дома. Ну что, вот моя легатушка, красавица. Простите, экран чуть-чуть закрыла. Легата моя в этот раз хотела стать бабочкой. Я уже в каком-то из видео показывала. Сейчас включу вспышку, может, получше будет ее видно. Вот она, моя красавица. Видели? Защипчик в одном месте, а здесь нет. И здесь нет. Вот такая красотулька. Вот так мы распустились, когда нету жары. А когда была жара, она распускалась гораздо светлее. Красавица. Ну а здесь уже скоро-скоро откроется, не помню кто, но вот эта орхидейка, которая была когда-то пересажена вместе с вами. Вон сколько у нас там корешков. И многие заметили на ней, в ней, точнее, в горшке очень много подур. Паники было. Так, ну а здесь... Мое сокровище. Детку дала. Это сакура бабочка. Вот такая красотуля. Куда-то теряется фокус. Вот он. Наш фокус. Видели, сколько уже у нас тут корешочков. Вот такая красавица. Это бабочка. Опа. Красотка Леодорка. Давненько уже цветет. Аромат стоит. Это Леодорка в моих условиях года 3. Вот такая красавица. Всегда какая-то она разная распускается. Всегда так интересно на нее смотреть. Красотулька. Вот так у нас тут все в горшке. Куча корней. Все ей нравится. Посадка мох. И там мы будем доращивать бутончики. А здесь рядышком стоит мой Magic Art. И каменная роза. Два в одном. И опять посмотрите, у нас там цветоносик. Не так давно она цвела. И опять уже вот такой большой цветонос. Тут у нас куча-куча корнюх. Да, снимать днем против света — это целая катастрофа. Здесь у нас сказка. Помните, мы ее с вами чуть-чуть убирали листики у нее вот здесь, вот как раз откуда сейчас корешочки. И кто-то из вас, она с деточкой у меня, кто-то из вас написал комментарий, что такое ощущение, как будто она хочет разделиться. Да, девочки, так бывает у орхидей. То есть листики начали желтеть с середины. Это означает, что орхидейка действительно хочет поделиться на две части, то есть сама себя омолаживает. Поэтому, как только она побольше нарастит корешочков, мы ее с вами обязательно пересадим. Пересадим, омолодим, а, наверное, это сделаем очень скоро. Поэтому, как я это буду делать, я обязательно вам покажу. И кто не подписан еще на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить это интересное видео, а оно будет действительно интересным. Вот эту красавицу мы с вами в том году реанимировали, пересаживали в мох. Она была совершенно без тургора. Но вот цветоносик пока у нее нигде не вижу. Вы посмотрите, какая здесь у нее красотища неописуемая. И огромные листья нарастила. Даже уже и не помню, какой листочек у нее был
Прям свернутый-свернутый. Сейчас, если не сломаю ничего ей. Вот он, этот листик, вот на сгибе даже дырочка образовалась. И вот он остался, осталась эта каемочка. То есть тургора у нее не было вообще. Посмотрите, как она выглядит сейчас. Я думаю, кто давно мой канал смотрит, те помнят эту красавицу. Вот такое у нее тут название непонятное. Но это было списано с горшка. Это голландская орхидейка. Вот такая вот огромная красотулька наросла. Так. Здесь у нас ничего интересного нету. Нету. Здесь куча корней только. И все пока. Прям совсем недавно мы с вами пересаживали Манхэттен и еще одну орхидейку. С того момента я еще ее не поливала. Можете отследить по видео, когда была пересадка. Мы мазали там шейку. У этой орхидейки в горшке были грибы из архиаты. И тургор она не потеряла. Что я с ней делала, вы можете посмотреть в том видео. Я не буду повторяться. Все с ней хорошо. Листик, вижу, продолжает рост. Не очень ей было хорошо с грибами жить. Это для тех, кто говорит, что грибы не мешают орхидейке. Мешают. Со временем очень хорошо мешает. Поэтому, если вы видите грибницу, не грибы, которые как поганки, да, вы уже видите, то есть сам гриб, а грибница – это две разные вещи. Когда вырастают в посадке грибы, грибочек, да, вот скажем так, его можно удалить и оставить орхидейку, все будет дальше нормально. А вот когда грибница такая мелкая, похожа на манную крупу, и она заполоняет весь горшок плюс корни, вот это очень опасно. Я ссылочку вставлю в правом верхнем углу на пересадку этих красавиц. Ну, чувствует она себя хорошо. Сегодня я ей добавлю сюда водички. Давайте, наверное, это сделаю вместе с вами. Вот взяла ковшечек и вот так по краюшку. Подолью ей водички. Вот, видно, что мох стал мокренький. Все, этого достаточно. Можно еще с того краешку подлить, но мне чуть-чуть неудобно это делать сейчас. Вот так попробуем давайте, чтобы никого не уронить. Лучше пусть туда падает, чем на пол. И с этой стороны тоже чуть-чуть. Прям с краешку. Мох там очень рыхлый, поэтому он очень быстро будет намокать. И этого будет вполне достаточно. А это у нас с вами групповая посадка Котлея и Будда. Смотрите, Котлейка сколько нарастила корнюх. Ей очень нравится жить вместе с Буддочкой. Буддочка тоже прекрасно выглядит. Вот этот лист большой вырастила с того момента. И там у нас еще один листочек растет. Ну и также вот здесь куча корешочков, которые даже выбегают уже. Будде очень понравилось в этой посадке. Здесь посадка у нас кокосовые чипсы. Так, здесь у нас с вами Magic Art просто бабочка. Magic Art бабочка. Мы тоже вместе с Манхэттеном пересаживали. Тургор хороший, все нормально. И, как вы видите, с того момента тоже растюха еще не полита. Мох был влажненький, поэтому полив не требовался. Все замечательно с корнюшками, с тургором. Значит, растение посадку приняло хорошо. Ну, а здесь красавица моя доцветает. Вон, сколько у нее было цветоносов. Ну, она доцветает, а... Это хатаюки. Такая красотулька. Но бутончики доращивает. Здесь у меня Буддочка. Хочу его, наверное, на днях тоже пере... Опа! Видали?
А у нас там цветонос. Значит, никакой пересадки не будет. Сейчас я вам покажу. Вот он. Офигеть. Чудо свершилось. Никак не хотела мне, на мой взгляд, эта будочка нормально расти. Ой, будочка, говорю, господи, бигбенчик. Простите, пожалуйста. То листики непонятно как росли. Ну вот, освоилась наконец-то. 2 года она у меня сидит в амхе. Вот такой там мох. Ну вот, все-таки решила. Время пришло. Это для тех, кто спрашивает, растет, все растет, а не цветет. Всему свое время. И все будет цвести. Здесь у меня моя посадка на камнях без субстрата. Прекрасно растюха себя чувствует. Так. Ну, я все, конечно же, опять показывать не буду. Избранные только. Здесь растюха из губки. Пересаженная в мох. И вот так себя чувствует растение. Смотрите, какой большой уже листик вырос. Только недавно вам ее показывала. Листик был маленький-маленький. Вот уже такой. Вот так. Понравилось растюшке нарастить в губке корешочки. Это растение было снято с мамки без единого корня. И 2 месяца мы наращивали в тепличке в губке. И теперь вот так. Здесь у меня красавчик этот до сих пор цветет. Очень давно цветет. Красотун. Ароматный. Так, что у нас тут с вами еще интересного? Эквестрасы. Вот такая красавица маленькая. Тоже цветет уже давно. Доращивает, доращивает и опять цветет. Она вот с этой салатовой красавицей стоит. Салатовая красавица цветет у меня с весны. И все цветет. Вон там у нее куча цветочков, но они, к сожалению, вот так смотрят все в разные стороны. Здесь у нас красотулька моя белая орхидейка, самая дорогая моему сердцу. Все у нее прекрасно. Сидит она без субстрата. Все прекрасно с деткой. Опа, а что там? Подождите. Подождите. Это что у детки? Фокус теряется. Сейчас, девчат. Вот что-то снизу. И вот здесь что-то. Не могу поймать. Так, девочки. Фокус никак не ловится против света. Но это похоже на детки цветоносы, представляете? Вот так вот. В общем, моя белая красотка чувствует себя замечательно, детку ростит и сама прекрасно себя чувствует. Кто не знает, что с ней было, можете посмотреть видео, почему она села вот в такое содержание без субстрата. Ей очень понравилось. Так же, как и многим моим орхидейкам, которые растут без субстрата. Ну, это мой красавец дикий кот, который цветет по несколько цветочков, а точнее по 3, ну, на протяжении многих лет. Он тоже ароматный красотун. Вот такой красавец. Так, здесь у меня тоже скоро кто-то зацветет, уже не помню кто. Все они у меня сидят в амхе, прекрасно себя чувствуют. Так, там у нас кто? Кто-то не помню тоже кто. Вот такой вот обзорчик, что я не помню, кто они уже. Там у меня малявочка зацвела красивая, вот такая. Повторно уже причем. Она уже цвела и опять зацвела. Очень ароматная. Ну, а здесь стоят вот эти орхидейки, которые живут без субстрата. Прекрасно они себя чувствуют, все с ними хорошо. Это в камнях сидит.
тоже у нее все прекрасно. Красавица Белина. Вот так ее к вам поверну чуть-чуть. Наращивает еще кучу бутончиков от других цветоносов. Трудяга. Любит подцвести. Тоже сидит без субстрата. Здесь у меня белая красотулечка стоит. Прям вот такой гроздочкой мы цветем. Всего 5 цветочков. Посмотрите, как красиво смотрится. Тоже бывшая реанимашка. Сейчас у нас вон сколько корнюх. Везде-везде. Так, ну здесь мои красавицы. Чего тут у вас, мои красавицы? Вандочки. Сидят в камнях и чуть-чуть коры. Здесь еще одна ванда тоже. Сверху несколько кусочков коры, а в основном камни. Видите? Корней нарастили много-много. Здесь вот эта красотуля, бабочка. Так она мне нравится, красивая такая. Собралась доращивать и цвести дальше. Красотулька. Тоже сидит в мхе. Здесь губка Боб цветет. Красотун. Так, здесь сидит в камнях. Ой, ничего не видно. Сейчас. Вот так. Видите? Стаканчик уже, конечно, такой грязненький стал. Но корней у нас тут много-много. Вот эта красавица живет в камушках. Как я ее отсюда буду вынимать? Скорее всего, уже разбив этот фужерчик. Потому что корней там, они уже даже переплетаются. Плохо видно, отсвечивает, но их там много. Поставим ее вот сюда повыше. Эти бумажки у меня прикрывают солнце чуть-чуть. Так, так, кто-то листик здесь потерял. Здесь вот эта красавица. Прекрасавица ароматная опять у меня распускается. Красотуля. Да, девчуля, снимать против света — это лучше лазить ночью с фонариком и снимать видео, чем вот так снимать. Ничего не видно совершенно. Это не очень хорошо. Здесь моя красавица в камнях сидит полностью. И сейчас покажу вам ее красоту. Вот здесь свет уже меньше падает. Смотрите, какая прелесть. Вот такая красотулька распускается. Еще вон сколько у нас бутончиков. Красотуля. Тут продолжает цвести вот эта красавица. Очень давно цветет. Любит цвести. Нравятся мне такие орхидейки, которые любят цвести долго. Здесь мы с вами тоже недавно пересаживали. Все прекрасно. Листики в тургоре. Все замечательно. Ну, вот такой небольшой обзорчик. Ну, а это мое орхидейное дерево. Здесь у нас гигантейка. Не очень хорошо, конечно, она как-то растет. Может, света не хватает. Ну, тургор хороший, корешочки растет. Только-только начала их растить. В общем, в принципе, орхидейное дерево давно... Девочки опять просят почему-то, чтобы я его показала. Вот оно. Все растения на нем. Никто не погиб. Все замечательно. Вот эта малявка сверху тут чего-то пытается. Вот. Растение дерева обхватывает. Растения обхватывают корнями дерева. То есть, ну, как бы все хорошо. Девчат, его очень сложно показать во весь рост, поэтому все растения на нем, все с ним прекрасно. Вот такие вот у нас дела.
И вот эта красавица тоже цветет у меня очень давно. Она ароматная. Кстати, я такие должна привезти в каком-то, либо в этом привозе, либо в следующем. Очень хорошая орхидейка. Долго цветет. Аромат такой стоит, прям обалденный от нее. В жизни бы не подумала, посмотрев на нее, что она может ароматить. А она ароматит.